Утро вторника и весь последующий день стал очень волнительным для городской мэрии. Александр Кузьмичев уходит с поста главы администрации областного центра в региональное правительство. Павел Коньков предложил сити-менеджеру должность заместителя председателя правительства. Курировать новый чиновник будет развитие городских округов. У нас не так много городских округов, но они есть. У них есть своя специфика развития. И вот эту специфику у нас не всегда доходят руки. Поэтому я принял решение и предложил Александру Станиславовичу перейти на работу в правительство на должность заместителя по развитию городов. К новой должности Александр Кузьмичев приступит сразу после новогодних праздников. Администрацию он управлял с 2010 года и теперь готов делиться накопленным опытом. Имея большой опыт руководства городским хозяйством областного центра, крупнейшего города региона, естественно, круг обязанностей определен. Это, естественно, помощь в реализации тех проектов, которые должны положительный опыт распространяться на другие города нашего региона. Я хочу сказать, что действительно это очень важно для того, чтобы тот опыт, который сегодня имеет город Иваново, с учетом положительной оценки президента страны, который сюда приезжал, распространять и на другие городские центры. Главная интрига теперь, кто же сменит Кузьмичева. Губернатор от комментариев на этот счет отказался, но подтвердил, что преемник уже определен. Есть мнение, что мистер Икс будет представлен в городской думе 24 декабря. И если депутаты предложили одобрят, то у администрации областного центра появится новый руководитель и, как следствие, новая рабочая команда. Кадровых перестановок внутри мэрии до новогодних каникул, скорее всего, ждать не стоит. Сюрпризы приятные и не очень будут сделаны уже в следующем году. И те чиновники, которые позволяли себе при Александре Кузьмичеве больше, чем дозволено, в праздники будут веселиться меньше обычного. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.